21 проект представили экспертным комиссиям участники форума «В настоящем будущее». Его в эти дни проводит компания «Алроса». С раннего утра до вечера участники представляют свои итоговые проектные решения производственных задач. Кейсов по четырем направлениям. Горное дело, геологоразведка, промышленная автоматика и закупочная деятельность. Три дня молодые специалисты из 17 подразделений компании готовились к их защите. Больше всего команд, 8, подготовили проекты по направлению «Горное дело». В других участвовали по 4-5 команд. В конце дня определят по одному лучшему проекту в каждом направлении. В состав экспертных комиссий вошли опытные специалисты из разных подразделений компаний, таких как Институт Якутнепроалмаз, Управление компанией, НИГП и другие. Ребята, конечно, молодцы. Они пытаются, скажем так, не только в рамках поставленной задачи, но и посмотреть шире. К сожалению, есть некоторые ограничения, потому что есть ряд команд, которые это вот с ИПТА, с Алмаздортранс, которые, честно говоря, очень далеки от практического применения. Они ни разу не видели в глаза конвейер тот же самый, поэтому предложили свои решения, скажем так, более теоретически. Финалом форума «В настоящем будущее» станет неформальная встреча молодых специалистов с генеральным директором «Алроса» Сергеем Ивановым.